Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и я запускаю цикл летсплея, который называется «Летсплей с механизмами». Что мы будем делать в этом летсплее, спросите вы? А все просто, мы будем выживать в ванильном Майнкрафте, это просто обычная чистая версия Майнкрафта 1.10, чистый клиент полностью, без всяких модов, без ничего, и мы будем в этом, на этой карте, собственно говоря, выживать. Выживание будет сопровождаться постройкой разных механизмов прикольных, построек там автоферм и прочего, и прочих механизмов. Вот, поэтому также я, чтобы не было скучно, я решил подкрепить это все ачивками. Пишите в комментариях свои ачивки, там, допустим, какую-нибудь потом построить статую, либо построить какую-нибудь дверь 3x3. Я это буду стараться выполнять, и в пределах там одной-двух серий мы будем выполнять ваши ачивки. Ну, точнее, ачивку брать, там одну-две ачивки, и будем их в пределах серии двух выполнять. В общем, вы меня поняли. Пишите в комментариях свои ачивки. И все. Вот так. Я уже тут, кстати, начал добывать немножко ресурсы. Точнее, вот я уже добыл 8 тыкв и добыл, сейчас скажу, сколько, 12 тростника. Добыл 12 тростника, и я предлагаю отправиться к вон тем горам. Давайте я лучше на легкую поставлю сложность, потому что мне пока не очень хочется часто умирать. Гейм-мод Keep Inventory, точнее Game Rule Keep Inventory я не ставил, потому что он так неинтересно будет играть. Так, давайте сразу к вот этим горам отправимся. Я вообще еще предлагаю сделать нам сразу верстак. Давайте сделаем сразу верстак. Так, добудем вот это вот дерево. Хотя бы чуть-чуть дерева добудем и сделаем наш верстак. Ну и также там, я не знаю, может меч, но лучше меч сразу делать каменный, потому что смысла деревянного нету. Я дойду до гор, добуду камня и сделаю себе нормальный каменный меч. Так, добываем вот это дерево. Задача на данный момент у нас есть также найти овец, чтобы добыть шерсти, чтобы сделать кровать, чтобы ночь мы могли переживать более-менее нормально. Потому что с монстрами я пока возиться не очень хочу. Пока у меня нету нормального инвентаря, с монстрами возиться я не буду. Так, давайте, я вообще хотел бы строить базу какую-нибудь возле воды, где-нибудь возле воды. Я бы хотел выстроить вот тут, кстати, прикольно получилось. Допустим, какая-нибудь шахта прикольно получилась. Кстати говоря, ну, конечно, воды здесь нету, но, в принципе, мне это не так страшно. Давайте я... есть тут какая-нибудь живность? Так, у меня, кстати, тут баганул немножко инвентарь, потому что версия 1.10 Майнкрафта, а я поставил ресурс-пак на версию 1.9, по-моему. Поэтому там немножко баганул у меня инвентарь. Ну, это ничего страшного. Так, я уже вижу просто охренительные горы, в которых мы, может быть, и поселимся. Так, тут у нас куча угля, куча куриц. И здесь есть какая-то пещера, да? А, ну вот, тут есть такой вот, как бы, спуск. Я предлагаю сейчас еще сделать нам... все-таки хотя бы кирочку добыть, камень. Вот добудем чуть-чуть буквально камня, две штучки пока что. Вот это, конечно, хорошо, что сделали вот эту вот штуку, то, что мы когда на блок подходим в блок, мы подпрыгиваем. Но, блин, это к этому привыкать надо, это такое. Знаете, так раз, палочку забираем и верстак забираем. Блин. Такс, что мы будем еще? Так, давайте убьем вот эту курицу. И вообще поубиваем куриц, потому что с едой у меня траблы. О, а вон я уже и вижу потенциальные цели. Так, давайте я перемещу меч на первый слот. Я уже вижу потенциальные 4 цели. 4 цели вижу, которые мы должны сейчас убить. Так, давайте раз. Блин, вот уже я уже не могу разгоняться, быстро бегать, потому что
У меня голод. Так, делаем вот так. И убиваем вот этих вот двух, точнее, четырех коров. Так, умри. Давайте вот их скинем. Вот, первая пошла. Так, давай. Ну, коровка. Вот, отлично. И немножко поедим. Потому что, блин, у меня голод. Это, знаете, это не очень хорошо. Заодно мы, кстати, добываем шерсть. И у меня осталось всего 4,5 сердечка. Это тоже очень плохо. Так, давайте куриц поубиваем. Потому что, блин, еда нужна. Такс. Кстати говоря, я куриц прям с первого удара выношу. Так, отлично. Выживаю я без карты, потому что, блин, 1.10 карт пока нету. И карту я моды вообще сюда никакие ставить не буду. Будет просто обычный ванильный Майнкрафт. Поэтому вот такие у нас дела. Почему я некоторых куриц выношу с одного удара, а некоторых я выношу по два удара? Мне надо нанести, или по три, чтобы убить курицу. Вот, допустим, эту курицу я убил с трех ударов, а предыдущие две я убил с двух ударов. Что-то непонятно. Вот, эту курицу я тоже с одного убил удара. Вот эту с трех я убил, да? Нет, с двух. Ну ладно. Что-то, а ну, скорость атаки добавили. Ну, ясно. Сразу говорю, в 1.10 я не очень пока разбираюсь, как и в 1.9 версиях. Поэтому будем, если что, гуглить, что у нас тут понадобавляли. Я знаю, много блоков добавили новых, мобов каких-то, биомы новые добавили. Так, коровка, умри. Вот, отлично. Так, я еще поем, потому что... Что-то мне с голодом проблемы какие-то у меня. Так, убьем еще вот эту коровку. Я слышу еще... Ой, это тут просто их очень много. И с едой у нас пока что проблем, я думаю, не будет. Так, забираем. Блин, я упал. Ничего страшного. Мы сейчас так вот подымемся. Вот так пройдем. Вон я вижу еще одну коровку. И где-то тут еще одна была. Да, вот она, еще у нас одна коровка. Такс. Они здесь, походу, все время будут спавниться. Сколько бы я их не убивал, потому что я уже тут сколько коров поубивал, и я всего 4 видел. А уже я их убил очень много. Так, вот это. Тут тоже коровку убьем. И с едой у меня пока что все просто шикарно. Также у меня есть еще кожа, перья и прочее. Так, прочее катавасия. Давайте искать уже наконец-то начнем овец. Потому что я хочу все-таки ночь нормально переживать, а у нас она уже скоро наступит. И это просто не очень хорошо. Так, немножко поедим. Мясо, конечно, сырое, оно все будет, голод все равно будет уходить быстро. Я вижу еще свиней. Но, блин, мне надо добыть еще штучки 4 камушка, поскольку мне нужна еще нужны мечи. Ибо этот у меня скоро сломается. Так, верстак я же забирал. Так, делаем еще палочек. Вот так вот ложим. И делаем мечик. Отлично. Забираем наш верстак. Вот. И у нас тут есть просто клондайк свиней. И сейчас мы этих свиней будем убивать. Будем проводить инквизицию наших свиней, ибо мне нужна еда. Такс. Отлично. Убиваем еще вот эту. Да, наверное, всех здесь убьем, этих свиней, ибо с едой у меня, как я уже сказал, что-то я много говорю про еду, но и с ней у меня реально сейчас проблемы. Так, давайте. Вот. Отлично. Я еще вон вижу коровок. Но овец я по-прежнему не вижу. Блин, мне нужны овцы. Это вот прям вообще срочно-срочно надо. Так. Ну, что-то
долго так коровы убиваются. Что-то как-то раз... Короче, я дохрена им ударов наношу. Некоторым коровам я наношу, там, я не знаю, по 4, по 5 ударов, а некоторым по 3 удара. Не, по 3 это, конечно, перебор. Я сказал, так. Отлично. Давайте я все-таки добуду, пойду камни, сделаю себе еще печку, потому что, ну, чтобы пережарить мясо, ибо оно как-то, ну, еда, голод слишком как-то быстро уходит. Так, давайте добудем вот этот камень. Сейчас, кстати, уже начнут мобы спавниться враждебные. Это не очень, это не есть хорошо, так скажу. Вот, как раз 9 камней, нам надо 8, по-моему, да? Один будет лишний, да. И чем мне, собственно говоря, пережаривать это все дело, я пока не знаю. Давайте, наверное, дерево возьмем, положим. Давайте вот, сколько тут побольше. Вот так, 17 дерева, я думаю, этого хватит, чтобы пережарить кучу вот этих вот сырой говядины. Я вам вижу еще кучу свиней. А еще я вижу просто охерительные горы. Как можете увидеть, вот там. Вон, я уже вижу, враждебные мобы начали спавниться. Так, у меня хоть две штучки есть. Отлично, даже 3. Этого мне как раз вполне будет достаточно, чтобы зомби меня видят за километр. Видели, где он стоял? Вот, смотрите. Он, зомби, стоял, где паук. Вот в той... Вот аж вот там. И он меня заметил. Это пипец просто. Так, давай. Умирай, зомби. Ну, паскуда, давай. Ну, вот, отлично. А, так, что мне еще надо? Для начала выживания. Пока что, в принципе, у меня... Все есть, хотя нет, у меня нету банально каменной кирки, которую я сейчас тоже сделаю. Добуду камешка побольше. Эту кирку я, наверное, скину куда-нибудь сюда. Вот так. А этот сделаю, короче, себе две каменные кирки. Отлично. Можно еще сделать две лопаты. Одну лопату, не две, а одну. Тоже пригодится. Такс, мне надо еще поискать угля. Немножко хотя бы, чуть-чуть буквально угля, чтобы мы могли... Ну, блин, ну, зомби, ну, бесите. Опять этот зомбарь. Так, давайте. Точнее, не этот, а уже новый. Их тут просто заспавнилось довольно-таки много, и они меня видят за километр, ё-моё. Вот, кстати, тоже классно. Наверное, здесь я и буду строиться, вот в этих вот горах. Ибо здесь места очень классные. Мне вот прям доставляют эти места. Так, давайте еще поедим. Так, я надеюсь, они за мной там не идут. Вроде нет. Так, у меня еще 8 досок есть. Я еще пережарю свинину. А, там вон я вижу пещеру, но туда я, наверное, не пойду. Я, наверное, на следующей серии пойду в шахту. Может, без съемок еще побегаю и найду какое-нибудь себе местечко. Вот это вот шикарное место. Можно было бы тут много чего построить интересного. Ну, здесь я, наверное, и буду выживать. Вот это все вот это заменю на землю. Да, здесь я, наверное, и буду выживать, потому что, ну, посмотрите, это просто шикарнейшее место. Здесь можно очень большое построить очень большой дом, и на меня агрится паук. Так, умри, паучара. Отлично. И с водой у меня здесь проблем не будет, потому что здесь есть реки и озера всякие и так далее. Поэтому здесь я, скорее всего, и буду выживать. Ну, а если я найду место получше, то буду выживать вместе получше. Блин, да как они меня видят за километр? Это просто пипец. Вот этот зомби, он стоял прямо возле воды, и он меня увидел. Как, я не знаю. Так, тихо. Так, этого мы убили, сейчас вот этих двух надо еще вынести. Да, конечно, стало немножко хардкорненько выживать, ибо зомби тебя просто
за несколько километров видят, это не есть круто. Вот так, отлично. Я уже потратил просто уйму голода. Немножко поедим. Блин, криперы еще. Скелеты. Вот меня крипер заметил. Ну ё-моё. Что ж ты будешь делать? Так, давайте заберем печку. А, не, он меня не заметил. Это хорошо. Так, отлично. Забираем все наши ресурсы и уходим отсюда. Просто нафиг. И давайте будем искать себе овец. Потому что мне нужны овцы. А ну, вот у меня такой вопросик. Можно из этих цветочков... Да, можно делать красный краситель, можно делать оранжевый краситель. Если у меня цветочков просто дохренища будет, и красителя у меня будет много. Поэтому, ну, да, скорее всего, я здесь и буду, буду жить. Будем здесь делать домик себе. Такс. Давайте... Еще побегаем, посмотрим, я уже вижу крипера. Конечно, хреново то, что мы отбежали очень далеко от спавна. Это будет очень и очень плохо. Так, тихо. Воу. Не, ребят, это пипец какой-то. У меня тут все, весь этот... Вся эта свора монстров на меня агрится, и я нашел первую овечку. Отлично. Даже еще две. Отлично. Просто шикарно. Я еще уголь нашел. Блин, надо уходить отсюда побыстрее. Одну овцу я нашел, я там видел еще две. Так, давайте вот так. Можно было даже не ломать. Куда-нибудь сюда давайте спрячемся, потому что, ну блин, это пипец какой-то. Так, давайте пройдемся, глянем, что у нас здесь. Добудем вот этот уголь хотя бы. Еще было бы неплохо, если бы мы нашли здесь железо. Вот железо это вообще было бы шикарно. Так, добываем. В следующей серии я, наверное, буду рыть шахту где-нибудь. Придумаем где. Ой, пардон, если у вас какие-то были шумы, я случайно задел микрофон. Так, давайте добываем вот это все дело. Потому что уголь и для факелов нужен будет, и для пережарки всяких ресурсов нужен будет. Угля нам надо будет очень много, я так чувствую. Потому что идей у меня очень много. Также вы будете подкреплять это все ачивками. Я надеюсь, по крайней мере. Надеюсь, что вам зайдет эта рубрика. Она будет чередоваться с Redstone Tutorial и рубрики без модов. Кстати, она долго не уходила, и вот оно, кстати, мы нашли железо. И сколько его здесь? 5 штучек, отлично. Этого хватит нам пока что, чтобы сделать хотя бы банальный меч и кирку. Так, здесь у нас... Это такой вот блок у нас, да? Нет, это андезит. Мне показалось, это блок такой камня у нас. Новый. Так, добываем это все дело. И давайте еще вот сюда сходим. Я жду уже, пока день у нас настанет. Ибо ночью я выходить туда не хочу. Итак, извиняюсь, меня немножко отвлекли. В общем, давайте еще побегаем по этой шахте, посмотрим, сколько у нас... Точнее, что мы еще здесь можем добыть. Ну, я вижу уголь. Давайте я сейчас кое-что еще гляну быстренько. Ага, отлично. Такс. Давайте я добуду еще вот этот уголь. Хотя бы чуть-чуть его. Сколько кирки. Хотя тут кирки хватит намного. Поэтому как-то все равно. Давайте такс и еще чуть-чуть. С углем у нас уже пока что проблем нету. 34 угля. Такс. И вот это тоже добываем. Отличненько. Теперь. Там уже, наверное, день настал. Ибо... Да, уже есть, уже день. Отлично. Там я где-то видел овец же недалеко. Так, у меня что-то FPS немножко проседает.
Так, давайте. Вот так. Немножко попрыгаем. Вот, да, я слышу. Да-да-да-да-да, отлично. Просто шикарно. И я слышу, как раз вот две овечки мне и нужны. Так, и вот эту давайте убьем тоже. Умри, да ё-моё. Вот, отлично. Убили еще овечек. Теперь нам ночь, в принципе, не страшна. Можно еще даже добыть шерсти. Чисто так, на всякий пожарный, мало ли чё. Давайте вот добудем вот эту хреновину. Вон там, я вижу, спрут плавает один-одинёшенек. Но мне пока чернильные мешки, в принципе, не нужны. Такс. Что еще у нас тут есть? Давайте пока что обследуем местность. Посмотрим, что у нас здесь еще есть. Ну, я уже вижу просто охренительные места, где можно просто классно все расстроить. И это будет просто шикарно. Ну, а карту, естественно, по окончанию летсплея вы получите. Так, что у нас здесь? У нас здесь какая-то пещера. Я слышу куча просто зомби. И это где-то вот внизу буквально. Так, давайте 8-й слот. Это где-то внизу они, да? Давайте попробуем добыть... Ну, попробуем туда пройти. Я хочу просто посмотреть. Я слышу, что там есть пещера. Внизу. И вот они уже близко. Такс. Слышишь, они вот уже прям вот подойдут. Точнее, вот тут вот-вот уже будут. Где-то должен здесь быть. Давайте еще глубже пророем. Насколько кирки хватит. Ибо я хочу в пещерку. Хотя я говорил, что мы в шахту пойдем в следующей серии, но сегодня мы немножко хотя бы добудем ресурсов, чтобы для этой шахты подготовиться. Так. Блин, сколько я уже рою, и я вот слышу, и не могу я их найти. Такс. Ну, сейчас насколько кирки хватит, докопаем, выйдем наружу и такую вот стартовую серию начнем. Да, все. Кирки мне не хватило. Это я добыл кучу булыжника. 64 булыжника я добыл. И теперь мы можем еще сделать что-нибудь интересное. Так, вот тут надо оставить этот булыжник. Также у меня куча ресурсов. Надо уже определяться с местом дома, потому что, чтобы скидывать все ненужные мне ресы. Ну, в принципе, я с местом определился. Я буду строиться... Начинать вот здесь, там, вот сейчас я вам покажу даже, какое место я выбрал. Вот эту гору я выбрал, здесь у меня будет там, я не знаю, какую-нибудь хреновину, может, вот это все так застрою, будет такой, знаете, как типа кратера, что вроде такого. Будет у нас, так, давайте мы немножко так подымемся вверх. Такс, и еще. Вот тут я, наверное, буду все это строить себе. Вот тут буду стеклом покрывать это все дело. И буду гравий заменять на землю. И чтоб, ну, очертания, чтобы какие-то были. Такого, знаете, кратера земляного. И здесь где-то будет какой-нибудь лифт, может. Он будет меня спускать вниз и так далее. Здесь там будет какой-нибудь проход в мою базу. В общем, где-то вот тут я буду строиться. Ну, а без съемок я, наверное, накопаю кучу земли. Просто огромнейшее количество, чтобы вот этот весь гравий заменять на землю. И также надобываю много стекла. И пойдем мы, естественно, в шахту, чтобы добывать там железо и прочее дерьмо. Будем, наверное, рыть шахту себе. Где-нибудь, я не знаю даже. Допустим, вот в ту сторону у меня будет идти шахта, а в эту у меня будет идти база. Вот где-то вот так вот мы, скорее всего, и сделаем. В принципе, будет, я думаю, неплохо. И вот это вот все мы будем застраивать. Вот этот весь такой вот кратер, где у нас будет такое вот озеро большое.
В общем, надеюсь, да, получится довольно-таки неплохой летсплей. Будем это все делать в выживании в ванильном Майнкрафте. Будем все строить, механизмы и прочее катавасию будем строить в выживании. Также вы будете, как я уже сказал, подкреплять все это ачивками. Я думаю, будет весело. Может, кого-то буду также приглашать подписчиков, которые мне будут помогать строить. Которые мне будут помогать строить что-нибудь. Также, может, ютуберов каких-нибудь буду приглашать, там, Зелик должен с армии скоро выйти, даже не скоро, а сегодня. Сегодня 16 число, я записываю все 16 числа! Я, если бы я сейчас упал, это был бы просто эпик фейл. Это просто мне очень повезло. В общем... Буду приглашать также ютуберов разных, которые тоже мне будут чем-нибудь там помогать, будем ачивки выполнять и прочее. Надеюсь, вам понравилась такая вот вводная серия. Я вам рассказал то, что я буду делать, то, что будет такой вот у меня рубрика «Выходить в летсплей». Ну что ж, на этом, я думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока!